Вот. Аллея смелых, часть вторая. Вот подошел к школе, решил увеличить, там табличка есть, посмотреть номер школы. Ну, как всегда, у меня зум не сработал и запись прервалась. Вот. Выдает иногда фотоаппарат у меня такие перлы, периодически, не всегда. Вот. Школа номер 15. Я спросил, вот тут на заборе как раз эти 15, 15 и 15. Там еще, видимо, барельеф Героя Советского Союза, кого-то, ну, я не вижу отсюда, зумом пользоваться сейчас не стану, чтобы опять не прервать изображение. Вот оно, немецкое солидное здание, которое у нас в Калининграде чаще всего под школу использовались. Вот, спасибо Иосифу Виссарионовичу, вот, что он лучшие здания практически отдавал, такие фундаментальные, для школьников. Вот. Ну а насчет этого дома я высказал предположение, что это, скорее всего, наш дом советский или российский. Вот, но не исключено, что это немецкий дом, модернизированный вот с этими балконами там и впадинами. Это, в принципе, у нас немцы так не делали. Это не их архитектура. Так, это у нас школа номер 15 по улице, ну, точнее, номер дома я чуть позже скажу. Вот это вот дом Аллеи Смелых, дом 91. Я иду в начало Аллеи Смелых. Вот, соединена она с таким комплексом. Не исключено, что это школа-интернат. Если такой комплекс есть, похож на жилой дом. Или, может быть, там что-нибудь другое. Но вот соединение есть между домами. Сегодня у нас суббота, занятий нету. Ну, посмотрим, там какая-то вывеска есть. От аллеи, от перекрестка на углу улицы Судостроительной я отошел совсем немного, ну тут где-то минуты три идти таким средним шагом, если не меньше даже. Так, вот что-то написано. Училище техникум Олимпийского резерва. О, интересно. Это сейчас я не знаю, что это такое. Почему они готовят? Ну вот Олимпийский, Калининградская область, Олимпийский знак. Кольца эти Олимпийские. Надо будет потом разобраться, что за училище Олимпийского резерва. Кого они и как готовят. Немецкий домик двухэтажный, розовенький, его начали реставрировать. Тут пока еще окраина идет города, да, поэтому тут большой жизни тут не видно, бурной социальной и общественной жизни. Ну, дойдем, вот что-то новое строится еще за забором. О, физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом. Ну, меня эти дома не очень интересуют современно, честно говоря. Для ГБУ, ну, видите, это значит, получается, строится комплекс для самого вот этого училища техникума. Типа наша спортивная школа, среднетехнической спортивной школы. Аллея Смелых, дом 83. Домик исключительно наш.
объект находится под охраной. Ну, ясно, что там за объект, непонятно, но охраняют. Ну, не военный объект. Топать мне еще далеко-далеко. Главное, ноги не стереть, пока дойду до парка 40-летия ВЛКСМ. Ныне он называется Южный парк, ему так немецкое название вернули. 40 лет ВЛКСМ посчитали мелким название. Ну, сейчас скучная такая съемка, но тем не менее я хочу просто весь участок аллеи смелых запечатлеть, вот, для того, чтобы оставить ее в памяти, в истории, вот, чтобы иметь представление объемное такое, пешеходное представление о том, что из себя представляет аллея смелых. Вот, с своего начала до перекрестка с улицы Судостроительной. Балткран. Домики там такие уютные немецкие стоят. Так, тут, наверное, мы сейчас будем проходить. Железнодорожный мост. Тут так колючка-то затянута, так солидно. Что-то серьезное, наверное. Вон, мост, там идет железнодорожная колея. Одна или две, не знаю. Но немного. Основной железнодорожный путь, вот мы, наверное, сейчас будем проходить. Вот тут район мясокомбината. Может, там что-нибудь увидим. Развалины его. Тут улица Булыжная. О! Источники чистой воды прямо из канализационного люка бьют. Место низменное. Так, вот мост. Вот я вот сейчас посмотрю, как. Лучше заснять, что чего, что интересно. Я люблю снимать железную дорогу.
Вот это вот, наверное, основной железнодорожный путь от Южного вокзала до литовской границы в районе Кибартая. То есть это главная железнодорожная ветка. Ну да, она самая. Вот сейчас я на ту сторону просто направлю объектив. Вот там вот такая вот стоит кирха. Вот, я приближать ее не буду, чтобы не сбить зум. Это там был кинотеатр «Москва» раньше. Не знаю, сейчас он существует или нет. И когда поезда подходят к Калининграду, вот мимо нее проезжают и идут дальше, дальше, дальше. И туда вот Южный вокзал. А вот это, ну, если я, конечно, не ошибаюсь, я этот район знаю не очень хорошо. Вот, это, видимо, вот мясокомбинат. Или он там находится. Там, в той стороне, там еще переезд есть через железную дорогу. А здесь мост. Ну, тоже запущенное все. Но колючей проволокой обмотали. Комплекс-то хороший. Его починить, почистить, и все будет превосходно. Вот там мост интересный. Вот буду ехать на поезде и буду знать, что вот здесь вот мост, который идет по улице Аллея Смелых. Жуть! Такие трущобы для съемок фильмов. Это немецкие трущобы такие, с элементами, с нашими. Я в куртке сейчас иду, такой накинутой, легенькой, ветровочке, и рубашке с коротким рукавом под ней. А люди вот уже ходят, ребята, и в шортах, и вот просто так вот, без рукавках. Тепло сейчас. Вот это вот середина апреля как раз ровно. А погода, ну такая, можно сказать, почти что летняя. Даже не весенняя, а именно больше на лето похоже. Смелых, дом 80. Ну и что тут? Аренда, офис. Вот типа как центральный вход. А во что центральный вход? Посмотрим. Да. Запустение, однако.
памятная доска. Улей аллей смелых названа в честь бойцов 26-й гвардейской стрелковой дивизии, которые в апреле 1945 года штурмом овладели рубежом обороны фашистских войск на южных подступах к Кёнигсбергу. Вот, теперь буду знать, а то ведь не знал. Предполагал. Ну, тут уже точное определение. Так, вот тут какой-то сквер. Вот, наверное, я сейчас рядом. А вот кинотеатр Москва. Сейчас. Так, по-моему. Вот кольцо трамвая. Там вот надо заснять. Дома красивые какие. Заодно посмотрю, какой трамвай тут ходит. У нас сейчас тут везде ремонтируют трамвайные пути. Вот. Их тут, а где-то просто их замуровывают. Так, пятерка. А, вот пятерка идет аж до проспекта Мира, до кладбища. Сейчас все номера перепутано по сравнению с тем, что было при советской власти. Вот дома. Сейчас видим, с другого ракурса придется снимать. Для смелых, дом 80 г. О, какая башня там красивая. Никаких надписей нету, что к чему. Симпатяга, какой дом. Солнце чуть-чуть неудобно сейчас. В тени спрячусь. О, на башне сверху деревья растут. Вверху, как интересно. О, мясоконсервный комбинат калининградский. Да, башня мощная, красивая сейчас. Такая башня здесь. И там дом симпатичный, за башней какой. Классический дом такой немецкий. Из красного кирпича. Тут автомойка. Эти пластмассы, железо, так некрасиво смотрится. На все, на фоне этой старины. Вот. Ладно. Вот так вот пройдусь. Здесь что-то серое, но это немецкий дом закрашенный. Зайду вот этот дворик. Ну да, штаб мясоконсервного комбината. Консервы мясные, это хорошо. Когда они хорошие. Только я что-то не ел
и не видел консервов калининградского мясокомбината. Не знаю, как так. Так, пройдусь сейчас. Вот остановка трамвая, кольцевая. Я ее походить там не буду, я прямо по травке потопаю. О, комплекс, прямо как Пентагон. А, и вот тут еще какие-то пути железнодорожные, это, наверное, старая ветка. Трамвай снизу осматривать. Это на бомбоубежище похоже. Подойду я сейчас к культурно-досуговому центру Москва. Он же бывший кинотеатр Москва. Мясокомбинат. Вот и кинотеатр Москва. Ощущение, что он загорожен весь со всех сторон. И люди там не ходят. Ну ладно. Ну да, непонятно, есть тут какие-нибудь входы к нему или нету, но, в всяком случае, народ здесь не ходит. Ладно, посижу на лавочке, отдохну. Уже мало времени осталось для видео.